Здравствуйте, друзья. Когда вы ходите по центру Праги, тут вот много таких заведений, где продают сердельник. Сейчас мы увидим, как делается этот сердельник. Вот эти девочки, видите, они ставят на такой подогрев. Тесто такое накрученное. Так, идем дальше. Тут разные добавки туда. Шоколад, шоколад белый, фисташки, карамель, варенье, клубничка. Так. Масло. Да. Сахар. Так. Светочка, какие планы в отношении этого предмета? Я одну штучку взяла. Одну штучку взяла. Да. Вы видите, друзья, подрумянивается. Подрумянивается. Это сахарок подгорает, да? Такая карамелизация происходит. Так, вот, друзья, вот что досталось в Светлане. Стоит эта штучка 2,5 евро, да? И как бы это не поплатило с него. Ладно. Светочка, как тебе это тесто с сахаром? Очень вкусно. Да. Такое оно не, как сказать, но оно без молока, да? Так молока у них есть молочный вариант, а есть безмолочный. Ну что, я тоже, друзья, кусочек попробовал. Могу сказать, что, тесто с сахаром, что? Жить можно.